Привет. Зацвели сентябринки. Они уже давно цветут. Уже где-то недели 2-3. Но вот этот куст более-менее такой приятный. Там у нас в другом месте еще лучше кусты были. Прям все усыпаны эти сентябринками. Это очень красивые цветы, которые должны вообще-то цвести в сентябре. Ну вот и заодно я покажу. Сегодня пришли дети и их родители. Вот здесь на стоянке целых 3 машины. Хотя иногда бывает больше. Там вдалеке, если не видно или видно, поставили ворота футбольные и играют. Они, в принципе, даже не играют, а учат детей. Они приучают детей к спорту. Я когда шла утром на прогулку, их очень много было, с детишками шли. Это апартменты. Это дорожка с другой стороны, которую я показывала, что я стала по ней ходить, чтобы продлить себе маршрут. И вон там те наши дома. Наш нейборхуд. Пока.